Дорогие зрители, всем здравствуйте, рады вас приветствовать на нашем канале. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Мы это ценим, и для нас это очень важно. Уже скоро сезон отпусков, и нам стало интересно, мы вышли на улицу с опросом, сколько люди планируют потратить на свой отпуск, и куда можно уехать на эту сумму. Пойдемте узнаем. Какую сумму вы готовы потратить на свой отпуск? 250 тысяч рублей. А на как, куда можно уехать на эту сумму? Ну, например, можно отлично поразвлекаться в Дубае. Вот, да. На недельки 2-3, вот прям вообще. Одному? Нормально. Да, да, да. Смотря какой отпуск. Ну, вы планируете в отпуск? Ну, да. Приблизительно какую сумму планируете? Ну, 200. Ну, на всю семью. Да. А куда, если не секрет? Не знаю, в последнее время это немножечко сократилось. Вам нужна прям конкретная сумма? Угу. Пусть будет 300 тысяч рублей. А куда на эту сумму можно уехать? Сейчас? Не знаю. Я мыслю категориями прошлого. Сейчас, честно говоря, не знаю. На Мальдивы, наверное, можно съездить. Мы же вроде с ними еще дружим. Ну, наверное, да. Вы тоже не знаете? Ну, я как бы... Нет, я как бы слышал предыдущие цифры, я немножко в шоке. Да? Ну, я примерно так вот из прошлого как-то представляю. Сейчас не знаю, куда. В Абхазию можно 350, я думаю, съездить. Ну, наверное, не хватит. Ну как это? Сейчас там прошла новость, то, что на Черное море там сейчас ценник везде поднялся. На Черное море, да. Абхазия всегда была такая немножечко. В конце сезона, мне кажется, можно. Давайте 1005. Сейчас. Да, 1005. Ну, 5 хотя бы. 5000 долларов. А куда, если не секрет, на такую сумму? Ну, куда-нибудь. Ой, на такую. Да там только вышел уже или нет. Понял, спасибо большое. Сложно сказать. В зависимости куда, откуда, на какой срок. Ну, приблизительно. Я не могу ответить. Но до этого куда-то ездили? Ездили, да. И куда, если не секрет? Много куда. Такие вопросы задают финансовые, я не готов на них отвечать. Наверное, минимум 40, а максимум не знаю. Хорошо, а на 40 тысяч куда можно уехать? Горячими путевками в Турцию. На сколько? На 40 ничего нет. Можно. Ну, на неделю, наверное. На одного человека? Ну, да. На свой отпуск? Да. А какой он у меня будет? Вот. Или какой я сама нафантазирую? Да. Ну, порядка 200 тысяч. А куда на эту сумму можно уехать? Сейчас в Рубинкреалик в Сочи. Максимум. А до этого куда-то ездили? Да, конечно. Куда? Вам полный список? А вот, ближайший, который был. Ближайший — Сочи. Сочи, и там 200 тысяч оставили. Нет, но это просто сейчас я посмотрела цены и увидела, что такие. А в том году сколько оставили? Не секрет. Я не знаю, я с молодым человеком ездила, здорово, не могу сказать. Понял, спасибо вам огромное. Смотря какой отпуск. Ну вот, у вас какой отпуск? Ну, смотря куда. Ну, а на отпуске не экономят любую сумму. Любую сумму. Чем меньше, тем лучше. А куда, если не секрет? А куда теперь можно? Ну, куда-нибудь в наши края. Ну, мне больше нравится в Греции. Блин, отпуск сейчас дорогой. Ну, приблизительно стоимость. Одна, если? С семьей, наверное. Ну, 500, наверное. 500. А куда? В теплые края. Какая-нибудь страна. Хотя бы Таиланд. Не знаю, ну, 500, 200. И куда на эту сумму можно уехать? Куда угодно. Ой, у нас в отпуск любую, мне кажется, самую большую. Ну, приблизительно сумма. Ну, 1500 я бы точно потратила на себя, на отдых. А куда бы уехали? Ой, я бы улетела в Таиланд. Таиланд, понял. Спасибо, а вы? А ты куда будешь? Ну, я уже смотрела путевки в Турцию на неделю, около 300 тысяч. На одного человека? На двоих. На двоих. Короткий вопрос. Какую сумму вы готовы потратить на свой отпуск? 100 тысяч. А куда на эти деньги можно уехать? Турцию. Ну, 1100-120. А куда на эту сумму можно уехать? В хороший какой-то отель. Я так думаю, либо в Сочи, угу, либо даже можно что-то в Турции уже посмотреть. Какую надо? Смотри, какой отпуск. Ну, какой у вас отпуск? У нас пока никакого. Ну, вообще планируется? Ну, может быть, через годик, да. Ну, не через годик, нет. Поменьше. Ну, ближе к зиме. А куда, если не секрет? В Таиланд. И сколько приблизительно сумма? Зависит от срока, не знаю, но минимум 1300. Короткий вопрос. Какую сумму вы готовы потратить на свой отпуск? И какую? У меня нет отпуска. Ну, не знаю, это сложный сейчас вопрос. В пределах оклада. А куда можно уехать на эту сумму?
Можно попутешествовать по России вполне. Крым, например, я очень люблю Крым. 70. А на куда можно уехать на эту сумму? Вы знаете, чтобы недалеко, я не люблю перелеты. Не любите? А где-то в ближайшее время, ну вот, в ближайшие года вы куда-то уезжали за границу? Да, конечно. Куда? Ну, я люблю Европу, Берлин люблю очень, Германию очень люблю. И сколько по деньгам выходило? Знаете, муж оплачивал. Дорогие зрители, спасибо огромное, что досмотрели этот ролик до конца. Выводы делайте сами. Времена сейчас тяжелые, но отдыхать всем нужно. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить пальцы вверх. Всем до новых встреч и пока-пока.